И метро стоит, и поезда стоят, и аэропорта, то есть очень часто массовки какие-то проходят. Вот. Вражеский объект уничтожен. Ну, в последнее время, я так понимаю, все. На связи. Такого не слышал, и устаканилось там. Ну, примерно не более чем год назад было такое. Вот Антон пишет, я был на Кипре, Крите, Родосе. Все Кречные острова, все хорошие. Изготовление завершено. Наш объект. Ну понятно. Самое дальнее, самое, наверное, хорошее место, где я был. В Анапе, черт побери. В 2001 году. Было здорово. Ну, мама, кстати, говорила, что Индия во многом мало чем отличается от наших южных мест. Так. Наверное, по климату, да? Ну да. Так. Хорошо, продолжаем. Так, значит, у нас строятся эти штуки, да? Так. На связи. Почти всю специю выгребли отсюда. А, ну вон там еще есть, да. На связи. Может быть, я потом и в сеговскую версию попробую поиграть. Вражеский объект уничтожен. Так, отлично. Средства идут. На связи. Так, где же все-таки эти фрики засели? Наш Харвестер ожидает. На связи. Внимание. Харконин объект приближается. Да, я вижу, что приближается. Так, а что этот-то ждет? Так. С этой лужицей все вроде бы. Значит, надо вот этой заняться. Так, очередной черт выпал из темноты. Исполняем. На связи. Исполняем. Серега, алло. Да-да, я здесь. Ага, хорошо. Потерял меня? Не знаю, просто какой-то шел немного как фон, я думал, вдруг там звук пропал или что. Нет, все хорошо, отлично. Так. Харвестер ожидает. А, ну да, на Сеге сохраняться нельзя. Но опять же, если мы не говорим об эмуляторе. Так, ну в любом случае, ладно. Сейчас мы этим занимаемся. Так, ага. Его, я вижу, уже встречают хлебом, солью добрые друзья. Так, надо ему помочь, если можно. Исполняю. Блин, ну ни хрена они базутчиков настроили, а. На связи. Так, нет, этот вообще полудохлый какой-то. Ну-ка, этот. На связи. Да, вот этот получше. Исполняю. Это за грязевые пятна там. На карте. И черные еще какие-то точки. Исполняем. Внимание. Харконин объект приближается.
наш объект уничтожен. Стоит. А почему стоит, я не понял. Приготовление завершено. Наш объект оживлен. Вот почему, неисправность. Блин, нифига себе, а? Приготовление завершено. Наш объект ожидает. Да. Исполняю. Эти ребята не шутят. Наш объект уничтожен. На связи. Они, походу, только и занимались, что без конца их рожали. Так, а чё этот чувак простаивает? Ну-ка. Сбор. Исполняем. Наш объект уничтожен. Изготовление завершено. Наш объект ожидает. Наш объект ожидает. Вражеский объект уничтожен. Исполняем. На связи. Наш харвестер ожидает. Ну да, Харконнены вообще мерзкие типы. Хотя я думаю, Атрейдес вообще неоднозначные. Так, сохранить. Раз есть за, значит есть и про и против. В читает как Ж, это смешно, то есть В читает. На связи. Исполняю. Да. Мы можем им противопоставить. Наш объект уничтожен. Ну, довольно милый голос у нее. Так, Коля, я маленько отлучусь, перекушу. Угу. Пусть так, что не теряй. На связи. Так, ну ладно, наверное, все силы бросим туда. Пока они заняты обороной, им не до атак, надеюсь. Исполняем. Наш объект уничтожен. Наш объект уничтожен. Исполняем. Изготовление завершено. Наш объект ожидает. На связи. Исполняем. Изготовление завершено. Наш объект уничтожен. Ну тогда понятно, почему я ордосов не помню, если они... Они, получается, для игры выдуманы были специально.
Ладно, пока в этот заслуг. На связи. Исполняю. На связи. Внимание. Харконин, объект приближается. Исполняем. На связи. Исполняем. Да, надо про Харвестера не забывать, действительно. Спасибо. Исполняю. Так, а где второй? А, ну второй работает. Блин, они все-таки прорываются. Исполняю. На связи. Исполняю. На связи. На связи. Исполняю. Три фракции для баланса? Ну, возможно. Кстати, в принципе, обычный в РТС там три стороны, хотя бывает и две, но, я говорю, часто бывает три там. Протосы, зерги, пираньи и прочее. Сохранить. Вражеский объект уничтожен. Исполняю. На связи. Исполняем. Противник на территории базы. Да, вот то, что он на территории базы, это скверно. Исполняем. Наш Харвестер ожидает. Вражеский объект уничтожен. Где там наш Харвестер? А, да, вот он. На связи. Как обычно бездельничает. Наш объект уничтожен. Так, где там у нас ближайшее месторождение? Исполняем. Так, вроде уже не влепишь. Хотя, а, вот сюда можно было бы, да. И отсюда они точно не придут. Объект уничтожен. Изготовление завершено. А, нет, хрен-то там. Грязь мешает. Ладно. Тогда где-нибудь здесь. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Build with. Туда это куда? А, в грязь, в смысле? Объект уничтожен. Ну что ж, будем стараться ее туда не ставить. Изготовление завершено. Да. Это как-то я начинаю чувствовать легкую усталость. Или не такую уж легкую. Концерт идет уже 2.5 часа. На связи. Так, неужели мы отбились?
Исполняем. Так, надо объехать грязь каким-то образом. На связи. Ага, плитки. Значит, мы близки к их базе. О-о-о, атаковать. Попробуем уничтожить их радар. Исполняем. Хотя они его починят стопудово сразу же. Так. Наш Харвестер ожидает. На связи. Ничего, он ожидает Рождества. Изготовление завершено. Изготовление завершено. Наш объект ожидает. Изготовление завершено. Наш объект ожидает. Верхнюю клетку. Что это значило? О! А, ну да, это ихняя база как раз. Но и они пока что вполне успешно ее обороняют. Так. На связи. Машинка. Исполняю. Подкрепление нужно нашим ребятам. Исполняем. В их нелегкой войне против наш негодяев. Наш Харконненов. Ожидаем. Так, понятно, они уже отправили карателей. На связи. Перехват. Так, что мы там достроили? Да, достроили. Замечательно. Так, а тут нельзя? Почему тут нельзя? Простите, а чем это место отличается от любого другого? Это я не очень понимаю. Прикол. Харконнен, объект приближается. И сюда нельзя. Блин. Вот это, однако, облом. Ну ладно. На связи. Исполняем. Да, сэр. Есть. Наш объект уничтожен. Рядом с базой или с плиткой? Противник на территории базы. А как плитку поместить туда? На связи. Исполняем. В смысле, я так понял, строить можно вот на этой серой земле. Типа асфальт это или что? Вражеский объект уничтожен. Ага. Наш объект уничтожен. Изготовление завершено. Есть. Изготовление завершено. Наш объект уничтожен. Жестокая война вообще.
связи. Наш харвестер ожидает. Исполняем. На связи. Исполняем. На связи. Исполняем. Вражеский объект уничтожен. Так, опять у меня экран погас. Я имею в виду тот, на котором я чаты смотрю. Поэтому, если что, извините меня, через некоторое время я в него опять посмотрю. Изготовление. Сейчас тут кое-что с чем разберусь. Изготовление завершено. Так. Где там очередной очиститель наш? Да, вот он. Так, что там происходит с тем? Ага, с машинкой перестрелка идет. Понятно, в чате вроде пока ничего нового не написали ни в одном. Ладно. Хорошо. Ну и да, опять-таки лайки и подписка приветствуются. На Good Game, так и на СК2. Поступление в группу тоже. Так. Что у нас там происходит? Изготовление завершено. Сейчас еще спайса соберем. Надеюсь. Наш харвестер ожидает. Исполняем. На связи. Исполняем. Какая неровная дорожка. Изготовление завершено. Наш объект ожидает. Изготовление завершено. Так, отлично. Наш объект ожидает. Изготовление, говорит, завершено. Исполняем. Оба-на, они и там ухитрились отбиться, ну вообще молодцы. Так. На связи. Так, я вернулся. Угу, замечательно. Антон, ты еще здесь с нами? Исполняем. Наш объект уничтожен. Один харвестер давит пехоту. Ну, в принципе, можно, я думаю, этим озаботиться. Да, Антоха еще здесь, пока с нами. Хорошо. И, кстати, ну пока еще час не прошел, по-моему, еще 20 минут осталось до его разбана. Да, через пару минут резурекнусь, написал. Скоро вернется к нам в чат. Хорошо. Так, очиститель ремонтируем. Так. Где у нас тут есть бесхозный харвестер? Харвестер не может быть бесхозным. Ну, в смысле, не бесхозный, а как это, ничего не делающий. На связи. Прохлаждающийся. Да. Наш харвестер. Так. Исполняем. На связи. Исполняем. На связи. Так, ну на Твиче.
Без перемен. Тишина пока. На СК-2 тоже пока. Dark Trend, ты еще с нами? Нет, смотришь, ушел, может быть. На связи. Ну и Михаил спрашивает, а что у вас за чат? Ну, у нас на трех чатах, то есть на трех сайтах чаты Good Game, СК-2 и Twitch. Да, и еще Антон, которого забанили час назад, мне в Skype пишет. А я зачитываю его сообщение. Ага. Вот. Ага. Как казалось бы, тяжеловесная машинка, но доехала довольно быстро. Исполняем. Исполняем. А вот Михаил спрашивает, у тебя, Коль, ты старые игры стримишь? Исполняем. Ну и старые, и новые. Исполняем. Разные. Ну, не знаю, по-моему, таких сильно прям новых у тебя вроде как и не было. Ну, если... самых супер-супер новых, конечно, нет. В основном там... Я так понимаю, в основном симуляторы ты стримишь, ну, какие-то, да. Платформ или досовские игры. Вот к нам Антон вернулся в чат. Да. Ну. С возвращением, Антон. Ну, из самых-самых новых игр у меня, например, был Wolf Among Us 2012 года. На стриме однажды. Я, скажем так, я преимущественно стримлю ретро и инди, потому что, ну, как бы, атмосфера у них особая, и с ними проще всего работать. Именно в плане, я имею в виду, техническом. Отображение и всего прочего. Хуже всего с играми для 98-й винды, потому что многие из них чудовищно криво отображаются. Он еще спрашивает Михаила, синк или ты онлайн тоже? Ну да, в онлайн игры я тоже играю. У меня по World of Warcraft был стрим, например. И я думаю, еще будет, скорее всего. Правда, не знаю, когда. Ожидаю. Так. Мы с Антоном как раз играли. За Воргенов. Антох, ты тоже в World of Warcraft играешь? Исполняем. На связи. Антон у нас очень хорошо разбирается во всем, что связано с Близзардом. Так. А я так понимаю, наверное, твоя любимая компания? Исполняем. Да и этого гада, который стреляет по нашим машинам. Да. Вот так, казалось бы, мирная машина для сборки ресурсов становится смертоносным оружием. Исполняю. Да, по-моему, даже комбайн может неплохо человека переехать. Ну да. Исполняю. Ну, я так понимаю, она твоя любимая компания, наверное, из-за каких-то любимых игр. Исполняю.